В минувшие выходные в нашем городе прошли соревнования по одному из самых интересных видов спорта. Любители стрельбы из лука со всей республики собрались на стадионе «Труд», где продемонстрировали свое умение, обменялись опытом, а также обсудили дальнейшее развитие этого увлечения. Основными целями состязания организаторы отметили популяризацию стрельбы из лука в Каспийске, а также возрождение традиционных и национальных видов спорта. Команды из Каспийска, Махачкалы, Хасавюрта, а также Шамильского, Гумбетовского и Ботлерского районов приехали, чтобы принять участие в первом своего рода в нашем городе открытом турнире по стрельбе из лука. Этот вид спорта один из самых зрелищных и интересных, пока не обрел популярность среди дагестанской молодежи. Однако подобные встречи наверняка сыграют в этом большую роль, уверен руководитель молодежного центра Каспийска Шамиль Чупанов. Мы в дальнейшем планируем, конечно же, уже с поддержкой ребят из других муниципальных образований, с поддержкой Федерации по стрельбе из лука республики развивать данный вид спорта в Каспийске, создавать условия для развития, проведения тренировок систематических, да, таких турниров, которые мы сегодня провели, развивать площадки. Ярый любитель стрельбы из лука и председатель клуба «Сармат» Мурат Аббасов говорит, что с каждым годом число тех, кто хочет научиться держать в руках лук, увеличивается. В разных городах появляются клубы, а подобные встречи становятся еще одним стимулом для дальнейшего развития. Все участники турнира разделены на три группы – профессионалы, любители и начинающие, которые могут помериться силами в двух видах борьбы. Турнир, допустим, мы стреляем сегодня по условиям с определенной дистанции на количество очков. Есть вариант стрельбы, так называемые кавказские игры, когда стреляет просто попадание в мишень считается и отход на 3 метра. Есть так называемая 3D-стрельба, когда стреляют в виде охоты, то есть рисунки животных, и надо попадать с разных расстояний и определенное количество очков набрать по подсчету. Важно отметить, что турнир носит больше ознакомительный характер и послужит местом встречи единомышленников, говорят организаторы. Возможно, поэтому здесь обмен опытом и дружеские наставления вместо духа соперничества. Далее команды ожидают еще несколько состязаний в разных городах республики, где они также покажут свое мастерство и будут популяризировать этот вид спорта. Заира Гамзатова, Алексей Колесников, Шамиль Гусейнов. Новости Каспий ТВ.